вот тут и сиди. Ты в предыдущей серии закрывала меня, когда я была маньяком. Вот, теперь ты прекрасно будешь понимать, какое разочарование я испытывала, когда ты закрывала меня. Наташа, Батан, успокойся уже, ну, успокойся. У нас вообще-то план действий. Ну, молодец, закрыла его и закрыла. Пусть там и сидит, пошли отсюда. Короче, слушаем все внимательно. Так, слушаем всем внимательно. Короче, вот Ксюша идет, как бы собирает аптечки. Клайп идет и просто как пушечное мясо, потому что он как бы бесполезный. Вот. Стасик, это просто Стасик. Наташа, ты находишь мне гаечный ключ, я что-нибудь делаю. Понимаешь? А ты их занял, ты просто их занял и говорить вообще нечего. Понимаешь? Ну, как в этом сложной роли, понимаешь? Ну, типа, все, у нас это самый гениальный план. Мы просто рекорд сегодня поставим. Я вот ставлю на то, что мы победим маньяка за 8 минут. 32 секунды и 3 миллисекунды. Не, согласен, согласен. Чё ты? Чё? Ты как вышел? Какого? Чё? Кого? Чё за план вы придумываете? А вот это не твое дело, ты меня понял? Ты как вообще из дома вышел? Кайра, я не понимаю, чё за обидки каждую серию? Вы чё меня в доме закрыли? Прошло уже полнедели, ты до сих пор обижаешься за предыдущую серию? Да, потому что ты мне всю игру испортил, если бы не то, я бы затащила. Какие 8 минут 32 секунды на победу, хрен, я не понял. 8 минут 32 секунды и 3 миллисекунды я бы попросил, это первое. А второе, это у нас просто сегодня план есть, как маньяка просто выиграть за 8 минут 32 секунды и 3 миллисекунды. В команде Стасик. Она, как обычно, всю игру заруинит. Она играть даже не умеет. За 8 минут ты разве что хрен сдохнуть успеешь первым, а не победить маньяка. Стасик, ты не в нашей команде. Да в смысле? Я тут самый опытный игрок. Я вас всех выиграю. Запускай уже. Крис. Серии подряд я не был маньячил, и тут наконец-то мужичок с бензопилой. Ему, кстати, еще и анимацию переделали. О, как он на картонах сейчас ползать умеет. 8 минут 32 секунды и 3 миллисекунды. Или сколько там Хрейд сказал, им понадобится времени на то, чтобы затащить эту серию. Да-да-да. Но учитывая то, что их сегодня опять 6 человек, и у них еще какой-то план мести, который они заранее придумали, мне надо быть максимально аккуратным, максимально четко расставлять все ловушки, максимально быстро убить Херейда, Натаху, электрическую растяжечку вот сюда, и мину можно поставить вот куда-то, вот, пофиг поставить, я даже не знаю, это сюда, например. Мне надо максимально быстро вынести самых ключевых игроков. Это Херейд, это Натаха, это Клайп. И как обычно это бывает, они всегда в первую очередь топают в эту церковь. Странно как-то, то что игра началась пару минут назад, а я до сих пор никого еще не увидел. Зато я услышал, как где-то взорвался генератор. В церкви никого нет. В лесу тоже никого нет, зато там вот это... Отвертка валяется. Странные странности какие-то происходят, я не понимаю. Возможно, они все побежали в полицейский участок. Просто вшестером побежали, дверь открыта. Суперспособность! Калайпеда, не убежишь! Минус одна жизнь Клайпу уже хорошо, да, суперспособность, один пинок по башке. Здесь дверь открыта, и здесь нет вот этих заграждений, значит они все же поняли то, что их можно выламывать, если... Три заграждения. А почему я их могу выламывать? А! Так ядрен батон, у меня же бензопила! Эти заграждения можно выламывать ломом! Так если их ломом можно выламывать, значит логично! Значит, огромной железной бензопилой их тоже можно выламывать. Так, а вот это не
побеждаю! Вот это тусовочка у нас возле генератора! Вот это тусовочка с Иксдагилом! Я тебя, Стасик, первый запердохую! Я тебе честно говорю! На тебе разочек по башке, а второй разочек по башке будет Стасику, которая 100% заныкалась где-то в этом доме. Я не буду ломать это заграждение. Я просто туда внутрь поставлю капкан и закрою дверь, да и все. Стасик! Ее даже внутри нет. Она каким-то чудесным образом испарилась. Ну ладно, хорошенькая моя, оставайся где-то здесь. А я тем временем побегу в полицейский участок. Но перед этим надо поставить ловушку вот сюда. И надо поставить ловушку куда-то вот сюда, в этом доме. Этот дом находится возле полицейского участка. И сюда часто любят... Да вы что, прикалываетесь? Что ли, Клайпиди, Стасик? Вам что, жить надоело? Клайп, в этот раз ты точно от меня убежать не сможешь, что ли? Что, получил по башке? Получил по башке? Давай, 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 на меня, давай, Беги, давай, у тебя одна жизнь осталась, я-то считать умею. И я эту электростанцию нафиг полностью обезопашу, чтобы больше сюда никто не пришел, и чтобы больше отсюда никто не сбежал. Вы что, прикалываетесь? Три чубзилета здесь тусовались все это время, и никто из них даже не заметил, что здесь аптечка валяется. Слепошарые. Он думает, я его не вижу в этом окошке. Он думает, что я его даже догнать не смогу, да, Клайд? Я просто сейчас быстренько поднимусь на второй этаж уже и карате тебе этот... Да я же вижу, ты не поднимаешься, кого-то обманываешь! И я сейчас быстренько поднимусь на второй этаж и просто вот это запердохаю тебе. Ой, а из кого это только что лом выпал? Обыграл тебя, Клай, просто как дешевку. Игрок 4 сдох. Теперь заходим в полицейский участок. Его тоже полностью надо обезопасить. Я знаю. 1 из 5. Ну, молодцы, молодцы, хорошо, давайте я тем временем уже одного человека запердохал. Хорошо, только мне бы сейчас узнать, где... Мне бы сейчас узнать, где они починили этот генератор, там только что Ксюха оттуда выкукивала. Опа, Стасик, кто там в ловушечку попался? Надо заканчивать все эти дела, делишки со Стасиком. Надо ее уже наконец-то убить, как самого слабого игрока в маньяка. Отстань! Разочек по башке постоим, попердим. На. На! А-а-а, у меня бита соскочила! Ядрен батон. 2 генератора из 5. А я за это все время только 2 раза Стасику по башке настучал и убил всего лишь 1 Клайпа. Какие-то плохие шансы у меня сегодня на победу, вам не кажется, Стасик? Какого лешего уже 3 из 5? Я не понимаю, это Ксюха! Стой на месте, стой на месте! Вам осталось починить всего лишь... Вам осталось починить всего лишь 2 генератора, и вы выиграете! Вы что, офигели, что ли? Да все нормально, уйди, мы так хотели, это наш план, отстань! Да я знаю ваш план, вот этот 8-минутный план! Не, Ксюха, ты там, а мой план тебя сейчас запердокать как можно скорее, только... Я уверен... Да, и побежала. В лесу генератор починили. В другом лесу генератор еще не починили. Я-то видел вот тебя, курлык, как ты там встать. Собака, ты что, будем сейчас с тобой вот эти... И я тебя даже ни разу не ударил. Она меня битой по башке стукнула, и там еще Ксюха на крыше. Это какой-то провал. Игрок 1 сдох, игрок 4 сдох.
Да, игрок 4 это Клайпа, а игрок 1 это кто? Это Стасик на какую-то ловушку? С какого лешего? У них осталось починить всего лишь один генератор, и они выиграли. Это какой-то провал. Вот это в церкви тоже починили генератор. Ядрен батон, я убил всего лишь двух игроков. Они уже так, надо обезопасить вот здесь вход-выход, чтобы на случай, если они сюда перебежали, они не сбежали. А что, так можно было? Ну, в принципе, как бы все законно получается. Я ж нигде не читерю. У меня есть бензопила, как у нормального маньяка. Я могу ломать эти заграждения. А если я могу ломать эти заграждения, это ядрен батон. Я даже сюда никакие ловушки ставить не могу. А если я могу ломать заграждения, это значит то, что я могу их и ставить, куда я захочу. Это что за чебуречки здесь гуляют по главной улице? На тебе, бабушка! Я сейчас залезу в этот магазин! Да, не все. Залезть не можешь, да? Вот. Но я тебе поставлю туда капканчик, я тебе поставлю ловушечку куда-то вот сюда, курлык-курлык. Вот так вот. И на всякий случай вдруг... Я ж тебя вижу, как ты там спряталась, Ксюха. Отстань, я не хочу, у меня одна жизнь. А у нее одна жизнь? Ну раз у нее... Куда перебежала? Теперь вас здесь двое. Это я заберу... Спасибо, это я заберу себе, это мне еще пригодится. Не убежите от меня, не-не-не-не, курлик, тебе надо в первую очередь кокнуть. Ты мне еще должна рассказать, где находится Херейдик. А вот и Херейдик на кладбище. Кого поминаешь, Херейд, Клайпа? Не убежишь, Херейдик, Яша! Вот уйди от меня! Отойди от меня, отстань! А, нет! Понял, нет. Нет! Я в другой дом. А, нет! Отстань! Нет! У Херейда просто компьютер лагучий. Очень лагучий. Прям кошмар какой лагучий. И лучше бы ты, Херейдик, даже с нами не играл. И вот так уже продолжается примерно 3 последние записи. Херейд приходит, хочет записывать маньяка, а маньяка записывать он не может. Потому что каждые несколько секунд у него что-то происходит. Так, у меня всего лишь есть одно заграждение. Мне бы не помешало сейчас еще парочку заграждений где-то найти. Ты же понимаешь, ради чего мне нужны эти заграждения? Наташонцы, я Херейд уже кокнулся! Ты следующая, которая ты находишься... Твой удар не прошел, Наташонцы! Давай! Заходи в дом! Ты от меня не убежишь, ты вот это... Беги, давай, ты прыгай! Так, это раз сюда, карточка здесь валяется, отлично. В живых остался игрок 3 и игрок 5. Капканчик сюда, эту ловушку сюда, электрическую растяжку вот сюда. Сюда можно поставить мину, я только что поднял 4 заграждения, которые выпали из Натахи. Да, то, что электросеть восстановлена, конечно, это очень сильно вам поможет. Но вы-то не знаете, где находится карточка, здесь еще и лом валяется, это лом Клайпа, который сдох.
сдох в самом начале. Я даже отсюда на время свалю в другое местечко. А где находится это другое местечко? Оно где-то возле фермы. А ферма находится в этой стороне, потому что на ферме есть еще один вход, выход, с помощью которого можно сбежать из этой карты. Первый выход, он как бы в церкви находится, а второй вот здесь, в этой огромной и глубокой пещере. Так, если взять заграждение и поставить его, как бы его, по, ну, в принципе... Не, они здесь протиснуться смогут, мне кажется. Как бы его так поставить, чтобы они не могли сюда зайти? Вот. И у меня еще даже две штуки осталось. И второе вот так вот. То есть им два раза надо будет потратить лом, чтобы отсюда сбежать. И еще третье можно куда-то вот-то вообще пофиг. Пять заграждений. Слушай, если бы я знал то, что это так в самом начале работало, я бы вообще не парился. Вот эти все ловушки вот сюда, насколько я знаю, там осталась Ксюха. И там остался Иксданул. Самое время вернуться в тот дом, где кокнул Натаха, я вижу, там бегает вроде Ксюха, и посмотреть, успели ли они забрать карты. Успели ли они забрать карточку, которая находилась в том доме, Ксюшенция? Вот мы с тобой опять и встретились. Не убежишь, солнышко ты мое? Еду, а тут сколько вещей там валяется. Надо подохватить трендит. Так, и сразу обезопашиваем все эти вещи, чтобы Иксданул их не смог забрать. Вот так вот так. Открыт проход через подвал церкви. Иксданильчик, Иксданильчик, значит, все же ты нашел карту. Ты ее забрал, и ты нажал на рычаг. Он тут просто даже не понимает то, что я его как бы вижу. Потому что, когда нажимаешь на рычаг, человек начинает... А, господи, ты что тут забыл? Когда нажимаешь на рычаг, человек начинает подсвечиваться. Его видно за 2 километра. Я, в принципе, его сейчас вижу через все стены. Иксданил сейчас с уверенностью бежит в церковь с надеждой то, что он сможет сбежать, если у него, конечно, лома нет. Но я забегу первым в церковь, хер этот, хер этот, Иксданил. Забегай, забегай, Иксданил, я тебя даже убивать не буду, забегай. Прыгай в окно, прыгай. Да. А, господи, ты что? Нет, 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 нет. Стукни мне по башке, да, стукни мне по башке фонариком, стукни по башке. Не... Да, стукни! Да, я! Все, побежал, побежал, убегай, куда? Убегай, давай, куда я бежал, я... Где я? Так, это чё получается? Подожди, подожди, я вход обратно закрою, чтобы ты сбежать не смог, вот так. А, вот смотри, о! Тут дверь находится, тебе внутрь туда надо забежать, чтобы сбежать с этой карты, Иксданил. Какую дверь? Ты такой страшный, уйди! Нет! Что Господи, это? Господи, тебе в дверь надо зайти, это точка побега, эвакуация, сбегай с карты! Ща! Ща! Куда мне бежать, я не понимаю! Тут забаррикадировано! Ну на бензопилу, может, попробуй открыть. Бензопилу? Слишком тяжелая, ты понять. Она слишком тяжелая. Да, слишком тяжелая. Так, подожди, что нам с тобой... Что бы нам с тобой сделать, как бы нам открыть этот проход? Я не понимаю, Иксданил, тебе ж туда надо сбежать. Так, ну, на, попробуй капкан поставить, вдруг получится. Капкан? Ты капкан тоже тяжелый, ты что, 100 килограмм... Бензопила для него тяжелая. Капкан для него тяжелый. Я что, не понимаю, вот ты в спортзал не ходишь, вот это мускулы не качаешь, Иксданил! Слабак! Хожу, хожу, я там по 20 грамм это поднимаю вверх-вниз, вверх-вниз. Что, вообще не видно то, что ты понимаешь? Остался последним. Я ему даже подался, он никак даже сбежать не смог. Хрейт! Че? Че за дичь была? Да. Переведи на русский, Клайб. Он сказал... я ничего не понял, если честно. Чё ты сказал? Да вы что, совсем, что ли? Иди, Херейт.
Иди. Банану помогли в предыдущей серии, тебе тоже помогут. Иди за Натаха, иди, дорогой мой, давай. А пока идешь по дороге, можешь видос слева посмотреть, видос справа посмотреть. Давай, не оборачивайся, там тебя вылечат, хрей, тащи его, вот это Натаха. Только хорошо его там полечите, чтобы до следующей серии он прям как огурчик был. Давай, хрей, отправляйся в хорошее путешествие. Да.